Я Баш. Ну не чавкай. Привет, меня зовут Иван Абдуллин, и, пожалуй, это первый раз, когда меня просят сделать некую рецензию на какой-то музыкальный альбом, поэтому я буду краток. Мне кажется, что новый альбом группы Lionbridge несколько старомоден и не из нашего 21 века, но в хорошем смысле этого слова. А где-то вот из 70-х, 60-х. Начиная от того, что обложку этого альбома хотелось бы видеть не как картинку на экране монитора и не как маленькую обложку от CD-диска, а как обложку большого пластиночного конверта. И заканчивая тем, что в целом альбом получился цельным и слушается как единое законченное произведение, что очень редко в наше время случается, и это дорогого стоит. И мой совет всем, кто будет слушать новый альбом группы Lionbridge, слушайте его как цельное произведение от первой песни и до последней.